Всем привет, друзья, с вами Пипу, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Jelly's Marble League. Давайте посмотрим, просто выберем классический матч. Нифига себе, это мы типа можем команду выбирать, за которую будем играть. Но давайте, например, вот за такой огненный шарик. Буду за него. И что нам тут нужно сделать-то? Так, видимо... далее, да... Вообще пока что непонятно. Так, выбираются наши противники. Окей, выбрались. И нам типа надо катиться или что? Ну, погнали. 3, 2, 1. Погнали. Так, и что вообще нужно делать-то? А в чем прикол? А я на втором месте. Далее. Я типа... А что я вообще делал? Так, я шариков. Короче, награду из шариков набрал. Хорошо. Допустим, так, пока что очень странная игра. Я тут ничего не могу, в принципе, делать, ничем управлять. Если бы мне кто-то сказал, а что нужно делать, то я бы, может быть, и понял бы. Но нифига, что-то я не понимаю, что нужно делать. Я на первом месте. Отлично. Мы набрали еще шариков. Еще в коробочку нам шариков дают. Кто-нибудь вообще понимает смысл этой игры? А, это какая-то, я не знаю, очень странная игра. Реально очень странная. И что нужно делать, пока что непонятно. А, тут даже, в принципе, я не могу ни шариком своим управлять. То есть тупо начинается игра, и все, просто шарик катится у меня. И я нифига себе, слушайте, а там шарик-то меня обогнал один. Получается, я на втором месте прибыл, хорошо. Дальше. Что, еще шариков мне насыпали? Немножечко шариков насыпали. А в чем смысл, я пока не могу понять. Ладно, жмем дальше. Если бы я мог этим шариком управлять, было бы как-то, ну, намного... проще понимать, что происходит. А тут получается... тупо наши шарики катятся. И в чем смысл? Я не понимаю. Опять на втором месте я приехал. Ну еще мне сейчас шариков насыпят. Типа, а потом надо посчитать, сколько у кого шариков, что ли, или что? Нет, походу мы так бесконечно будем. Давайте просто начнем. Вот на каком я месте качусь, хрен его знает. Ой, на последнем, походу на последнем я качусь. Нет, на третьем. Все, еще нам сейчас шариков добавить бронзовых. Вот так вот, зашибись. И в чем прикол, непонятно. Давайте выйдем отсюда, может, чемпионат начнем, просто посмотрим. А вот у нас есть сезон. Так, аркадный быстрый режим, давайте аркадный быстрый режим посмотрим и выберем, наверное, вот с колесиком, например. Может, в аркадном режиме у нас получится управлять, хрен его знает. Очень странная игра, нифига себе у нас тут противников. Ой, тут, наверное, я все-таки могу уже управлять, да? Ну-ка. О, да, я могу управлять, нифига себе. Эй, тут гонка на шариках. Так, это... Ой, блин, сложно. Сложно. Так, но я вроде всех обогнал. Вот аркадный режим прикольный. Реально прикольный, потому что тут хотя бы можно шариком управлять. Нифига себе, они шустрые. А я могу какие-то фишки использовать? Или чё, для чего я это собираю-то? Ух ты, я кого-то подорвал там. Так, и нифига себе, я, блин, шел вроде как первым, а приехал хрен пойми каким. Вот это вот уже забавно. И давайте еще раз попробуем. Слушайте, вот это да, вот это уже интересно. Если еще с кем-нибудь играть онлайн, то... вообще забавненько выходит. Но это у нас такая простенькая игра в шарики. Так, забываю все время нажать на гоу. И погнали. И старт. Все, качусь просто, блин. Ай.
Слушайте, а тут сложно. Во-первых, они все толкаются. Во-вторых, непонятно, какие штучки надо брать, какие не надо брать. Видите, они как врываются. То есть тут еще зависит от того, походу, что ты берешь. Вот смотрите, как они так быстро катятся. Ай, блин, я бомбу... Короче, нельзя бомбу брать. А я лох ее наоборот беру, и поэтому постоянно на последнем месте оказываюсь. Ладно, все, далее. Хорошо. Тогда давайте еще какой-нибудь другой режим посмотрим. Выходим, что у нас тут еще по режимам есть. Быстрая онлайн-аркада. Я сомневаюсь, что кто-то будет у нас тут с противников. Давайте Йети выберем. Старт игры. И так, мировое соревнование, это значит с интернета. Мы берем противников и подключение к лобби. Серьезно, кто-нибудь вообще будет тут? Кого-нибудь мы найдем в этой игре сегодня или нет? Мне кажется, мы абсолютно никого не найдем в этой игре, потому что вряд ли кто-нибудь в нее играет, тем более в 3 часа ночи. Ладно, я так понимаю, что я буду играть сейчас с ботами, да? Смотрите, внутри, я не знаю, что это, синие и красные губы или что? Так, а и что, я просто тупо катился? Я вторым приехал. Нет, это бестолково, просто катиться это неинтересно. Вот аркадное собирание, да. И опять шарики. Короче, у меня куча шариков все собирается и собирается. Я не знаю, мне типа надо что? Набрать целый сундук этих шариков? А, что это у нас? Статистика? Команда? О, нифига, мы можем раскрашивать, типа, да? Вот, ГД хочу. Установить. Вот ГД пусть будет. Мамбл, то идит. Да нафиг все это нужно. В принципе, этим даже тут не интересно заморачиваться. Классическая гонка, аркадная быстрая гонка. А, буду вот таким вот пальчиком гонять. Хотя бы интересно тут. Так, первый уровень соревнований. Погнали. Кстати, если посмотреть сюда, это у нас ранний доступ еще игры. И она типа будет дорабатываться. Но если будет дорабатываться, то в принципе интересно. Тут, смотрите, даже комментаторы у нас есть в игре. Охренеть просто. Даже такую мелочь, но, походу, очень важную для игры добавили тут. Так, ай, бомбы. Главное, на бомбы не налетать. Так, лечу прям, смотрите. Не знаю, что за фишечки я собираю. А насколько они влияют на игру. Йети. А мне... Ай, блин. Мне надо свои фишки, походу, собирать. Наверное. А может не свои. А почему я так отстаю-то? Я просто очень сильно отстаю. Не, нифига. Так, ну я, слушайте, уже хотя бы на 4-м месте приехал. Это уже что там? И 3-е место. Отлично. Я думал на 4-м, а мы оказались на 3-м. Далее. Так, мне насыпят шариков? Насыпят. 10 бронзовых шариков. Хорошо. Вот, смотрите, у меня 10 золотых, 40 серебряных и 20 бронзовых. Что-то же мне потом за эти шарики дадут. Погнали. Так, я теперь пурпурным шариком играю, да? Хорошо, в принципе, пурпурный шарик тоже неплохой. Мне бы еще... понять, какие значки собирать. Опа, бомба. Чуть на бомбу не налетел. Так, аккуратнее. Я не знаю. Тут надо собирать мне только свои значки или не свои. Вот смотрите, что происходит. Я тупо начинаю проигрывать, потому что хреново качусь. Я вообще, походу, последний еду. Да? О, слушайте, я перегоняю, да! Блин, я на втором месте. Ой, блин, да, слушайте, но второе место уже круто. Второе место, это у нас бронзовые шарики нам дадут, да? Бронзовые шарики, это хорошо. Так, а можно как-то ускорить? Все, насыпали быстренько. Окей, погнали.
Не хочется просто ждать. Все. Оппоненты выбраны, погнали. Шарик у нас, правда, какой-то стрёмненький. Невзрачный. А так, вроде ничего. Так, бомбы, бомбы, куча бомб. Блин, тут еще нельзя всех пропускать. Ой, блин. Да дайте что-нибудь схватить-то, гаденыши. Все хватают. Все хватают. Так, вы меня давайте. Если подталкиваете, то только в спину, чтоб я вперед летел. О, бомбочки, бомбочки, правильно, все ошибаете. Да ладно, блин, а вот как они разгоняются-то? Я вот не пойму, блин, на четвертом приехал. Тут же есть какая-то фишка, чтоб ускоряться, либо какие-то фишки. Вот для чего мы собираем это все, просто непонятно. Так. У нас типа вот целое количество заездов. Сколько у нас должно быть? И тут получается 4, 5, 6, 7 и 8 финальный. Хорошо, ну давайте попробуем до конца пройти. Все, начинаем. Просто непонятно, на какие-то же кнопки у нас ускорение или что-то такое должно быть. А мы только можем посмотреть, что и как у нас. Типа, блин, тут на самом деле никого нельзя пропускать тупо. Стоит кого-то пропустить, они все прям пипец начинают лететь вперед. И вот как они так резко вырываются? То есть у меня нет шансов вообще просто никаких. Вот смотрите, я лечу вообще почти. Во! Да ладно, я приду на первом! Нет, да, 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 я пришел на первом. Охренеть, как у меня так получилось. Я пришел на первом, мне сейчас золотых шариков насыпят. Ништяк. Сколько я? 10 золотых шариков получаю, круто. Блин, ну, игра на самом деле очень странная, но она как-то, блин, затягивает на самом деле, потому что у тебя начинает появляться азарт. Тупо ты уже хочешь просто выиграть их, на самом деле хочешь просто понять, что тут нужно делать. Вот я тупо качусь, я не знаю, нужно собирать все эти хреновины, не нужно, потому что противники, их, походу, собирают все и замедляются поэтому. А я вот, смотрите, ничего не собираю и просто лечу вперед. А значит, наверное, не надо эти значки собирать. Ох, ты вылетел, ни хрена себе, тип. И еще один вылетел. Как вы так вылетаете-то? Эй, так, ну, давай на бомбу. Налетайте на бомбу. Нет, не смей, гаденыш, вот гаденыш. Третьим я приехал. А так хорошо ехалось-то. Блин, ну засранцы. Все, насыпали мне еще шариков. Хорошо. Следующий заезд. Да, вот такой значок у нас поднятся мизинцем. Не знаю. Очень. Блин, очень странная игра. Реально странная. И, как минимум, она непонятная. Надо тут собирать вот эти фигурины. Не надо, чего они дают. То есть я смотрю, шарики-то катятся особо, но они, походу, целенаправленно ничего не собирают. То есть они тупо катятся. И какое-то у них ускорение есть, потому что они сзади прям вылетают. А может быть, они вылетают, когда хватают свой значок? Но я, например, своего значка еще ни разу не заметил. Вот смотрите, я... Ну, я первым... Вот как они вылетели? Я вторым пришел. Как они вперед вылетели так резко? Я просто не понимаю. Просто это как-то очень странно. То есть у них есть какой-то турбо тут, что ли? А у меня его нету. Можно, конечно, пойти в управление, но сейчас мы закончим с заездами. И тогда будем уже смотреть управление. Скорее всего, тут есть какой-то рывок или что-то типа того. Потому что это, ну, очень странно. Вот я вот внимательно прям наблюдаю, ищу свой значочек, но пока я что-то ни одного не вижу. Чтоб мой был. А у меня еще такой значок, блин, его особо-то не разглядишь. Они, видимо, вот смотрите, противники, видимо, все-таки хватают их где-то. Хотя, блин, тут там не было, вот как ты выскочил, там не было значков. Вот смотри, сейчас передо мной прям вылетит.
Двое. Во! Гаденыш. Он хотел вылететь прям резко, но нарвался на мину. Я все-таки приехал первым. Ахаха. Вот так вот, да. Насыпали мне еще шариков. Очень странная игра. Я, конечно, понимаю, что она еще в разработке находится. И тут что-то будут допиливать. Но пока что, блин, она очень странная. По крайней мере, для русских игроков она абсолютно ни хрена не понятная. Я бы вот так сказал. Просто максимально она непонятная. Вот видите, если я начинаю собирать эти значки, я прям тупо начинаю проигрывать очень сильно. Значит, мне надо просто лететь как-то вперед, стараясь вообще значки никакие не собирать. А вот эти чуваки нормально, они на бомбы. Ай, налетают, отвалите. Во, ну и сейчас какой-нибудь выскочит. Вот я же говорил, вы видели, как он выскочил? Вот как у него так получается передо мной просто вылететь? Это просто как-то максимально жестко. И сколько заезды-то будут длиться? Тоже непонятно. Лимит заездов-то есть или что? Погнали. Все. Просто тупо гоню вперед. Ничего нахрен собирать не буду. Если, конечно, попадется какой-нибудь мой значок, это будет круто. Но не вижу ни одного еще. Не видел значка с моей эмблемой. Такое ощущение, что их просто тупо нету. Ай, блин, врезался, все, пипец. И еще раз врезался, ё-моё. Ну все, тут я, конечно, уже все, на бронзу. Тут даже ни о каких первых местах и говорить не стоит. Я не знаю, каким, шестым я, седьмым приехал. Раз, два, три, четыре, шестой. Зашибись. Шестой — это плохо, ребята. Так, давайте выйдем. Допустим, у меня есть шарики. Мы же, походу, можем как-то прокачивать, да? Team Bios. Так. Crazy Cat Eyes. И что? Второй сезон, ля-ля-ля. Что-то нам это неинтересно пока. Нам нужно найти, где мы можем прокачать. Стоп. По-моему, я что-то видел. А не сюда ли нам? Статистика и достижения. Нифига. Это не то. Нам где-то надо тут прокачать наши шарики. А чё так? Лого. Мы можем свое лого еще, прикиньте, сюда с компьютера добавить. И можем раскрасить. Хочу все ГДшки, чтобы были у меня. Marble Edit, Marble Edit. Вот просто, чтоб все были. И команда CT1. О, у меня три команды тут, да? Капитан. Все, сет. Блин, нет, ГДшка. Вот я вроде всем поставил ГДшки, да? Типа команда у меня готова. И дальше-то что? Я, то есть, прокачивать навыки свои тут никак не могу, да? Но меня больше интересует вот эта фигня. Давайте еще раз мизинчиком. Я вот тут не пойму. Мы тупо... Вот смотрите, почему у меня шарики... Классическая симуляция игры. Мастер Спринт. Тут даже в настройках нет управления. Понимаете? Я не могу посмотреть просто, что мне надо делать. То есть единственное, что я тут могу, это вперед жать. И то, я не знаю, нужно его жать. Вот я его отпустил, и в принципе смысла никакого нету. Я просто приехал на втором месте, типа. Мне дали шариков. Для чего я их собираю, блин? Просто не пойму. Максимально какая-то очень странная игра. Так, инструкции, во. Так, разблокирование контента. Победите на первом месте, на втором месте и на третьем месте в ивенте. И это разблокирует вам новые какие-то команды. Режим игры. Симуляция. Разблокирует новые ивенты. Да блин, это все круто, но тут тупо это. Ну вот классическая игра — это вообще тупость.
максимальная. Мы тупо вот, давайте заедьте, да? А вот это что за фигня? Custom Team. Вот хочу я Custom Team свою. Да, допустим. Выбираю. Вот они, мои ГДшечки. Шарики ГДшки. Я, смотрите, вот я просто нажимаю Go и даже вообще ничего жать не буду. И просто смотрю, как катятся мои шарики. Все, мой шарик просто полетел вперед. Смотрите, как захреначил. Все, я выиграл. Какой смысл в этом? Мне насыпали еще шариков. Окей, давайте еще раз. Последний раз вот попробуем. Запускаю. Ничего вообще не жму. Все, просто смотрю. И сейчас мой шарик вообще в самой жопе. Видите, тут как-то это рандомно все происходит. Не понимаю я. В чем прикол-то? Не дали... я последний пришел, я вообще без награды, зашибись. Что-то это первый раз, когда мне награду вообще ни хрена не дали. Так, я могу камеру, да, вращать? А смысл? Так, ну, отдалимся мы, да, допустим. Это судья, типа, у нас сидит, это тоже судья. Комментатор можно отключить. Это что у нас? Поиск шарика, нахрен он нужен? То есть это максимально какая-то, глупая игра. Ну, покатились шарики. Вот опять мой шарик на первом месте. А как это влияет и что влияет на то, как он катится, максимально непонятно. Custom Team. Все, вот я типа опять заработал себе кучу шариков. В общем, вот такая вот, ребят, игра. На самом деле она абсолютно непонятная. Классический режим вообще бестолковый. Это тупо мы кидаем рандомно шарики и собираем целую коробку их. Чё нам открывается, что-то потом не открывается. Аркадный режим тоже. Мы его запускаем, можем вроде управлять шариком. Непонятно, нужно собирать эти значки, не нужно их собирать. Как ускорение делать? Тут, понимаете, вот мы, смотрите, в настройки заходим и... Кто-нибудь управление видит? Спектакрс. Аркадная музыка. Все, короче, максимально всрато, если можно так сказать, и непонятно. В общем, на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. Я вот стараюсь для вас находить новые игры, максимально... Странные иногда попадаются, вот разработчики мне присылают много таких. Вы, конечно, на такие игры вряд ли когда-нибудь сами нарветесь, но вот на моем канале у вас есть такая возможность посмотреть разные игры, которые выходят по всему миру. Иногда попадаются хорошие, иногда попадается вот что-то такое странное. В общем, на этом все, ребят, с вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.